новобранец Владимирского торпеда Дмитрий Калабухов. Дмитрий, пару слов о сегодняшней игре. Плохо, что проиграли, но в целом эмоции положительные, соскучились по футболу, хотелось играть. С искусственного приехали и на натуральный газон, немного ножки подсели, но старались. Игра более-менее прошла хорошо, но единственное, что проиграли, это плохо. А какие первые ощущения от пребывания во Владимире? Удалось ли что посмотреть? Был ли в городе раньше? Только проездом проезжал, особо город не видел, но сейчас немножко погулял. Город очень понравился, очень красивый, много церквей, это очень, когда гуляешь, там очень красиво. Хорошо, спасибо, удачи.